Na 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 na. Так, ребята, у этого FF-сплита есть на самом деле довольно странная особенность. Падать ровно в тот момент, когда я отхожу. То есть я отхожу, и он падает. Охренеть. На 3000 можно продавать, она потом не пригодится. Окей. Так, ребята, ну что там, лайф идет, да? Да, лайф идет? Идет лайф? Ребят! Ну да, нормально, 8 человек. Ну... Растеряли мы аудиторию, господа. Ребята, очень большая просьба. Не забываем ставить вот здесь вот так бык, жмакать. Так его держать надо же. Так отлично. Мне сейчас он звонит, говорю, подруга. Рассказывал, а стрим-то, оказывается, упал. Звонила сейчас подруга такая. Не хочешь меня поздравить? Смотрю на дату, 12 число. О, с днем рождения. Спасибо. Решила, говорит, позвонить тебе напомнить, что у меня сегодня день рождения. Охренеть, ей подарили билет на Папа Роч, парни. Билет на Папа Роч. С ума сойти, я тоже хочу. Блин. Колонел Мэйр. Ладно, давайте с Мэйром. Это самое. Побьем. Ребята, на билет на Папа Роч, это же охренеть можно. Это то, что я люблю. Такие вот дела. У меня все впереди. Да, наверное. Influential politicians. А, понятно. Мы должны сопроводить его. Escort Thorn. Так, через что пойдем-то? Можно, в принципе, через здание пробежаться так-то. То есть идем через здание, выходим отсюда вот. Или нет? Или дальше даже. Надька, через здание пробежим. Так как-то, не знаю, поувереннее ощущать себя буду. Такой снайпер на разведку. А, ну да, она открыла все. Норм. Папа Роч рулит. Папа Роч вообще, блин, обожаю. А, господин Мэйр. Давай. Сейчас я... Знаете, вот... Сейчас произойдет следующее. Мы все забегаем в здание, отсюда падает флоутер, убивают его. Вот просто, вы знаете, я ощущаю это. Так, ну ты еще у нас это самое. Идти откажись. Угу. 10 ноября выступят. Офигенно. Офигенно, блин, ребят. Я бы так хотел сходить на Папа Роч, на самом деле. Но в наше захолустье никогда ничего подобного не приедет. У нас максимум, что будет, это люмен. Сколько стоит игра? Сейчас скажу. Игра стоит 449 рублей. В Стиме, по-моему, 600. Вот, так что как бы... Идем сюда, бери здесь, здесь бери. Кстати, сам частенько брал вот у этого чувака, все нормально. То есть это официальный дилер Акела за Обука и все такое. Настрелял его не будет. Authority, do you operate? Authorities, are you operate? Suck it. Давай, мужик, иди сюда. Переключаемся. И вот так вот.
Да блин, лол. То есть хотите сказать, что я вообще без проблем пройду всю эту хрень вперед и все? Да не верю. Не бывает такого. Гуд было бы, если бы русская была. Ну, как бы русская версия есть, но я принципиально не играю в русские версии игр. То есть я не признаю локализацию. Да, понимаю, немножко пафосно и все такое, но это действительно так. Локализация в 99,9,9 она отвратительна. А вдруг халява? В смысле, а вдруг халява? А, вот вам халява. Ну, один, кстати, отъехал. Так, парень там разметался, мальца. Эх, нет никого. Сейвим, поехали. Давай, снайпер будет сидеть здесь. Прямо сидит она такая. Сидит тут. Сидит тут, я сказал. I said sit here. Sit down, please. О, вижу. Парень, тебе кранты. Бдзз. 8. Идешь, идешь и никого халява. Вот тебе и халява пришла только что. Халява такая халява. Не буду ничего говорить, пока... Ой! Да на здоровье, господи. Мне ведь не жалко, мужик. Ты мне, в принципе, не сдался. Дэш сюды. Это, кажется, начальство приехало. Давай, Тур, удачи. Опа. Ох, ни хренашечки. Это что за балабумба? О! Так, уп, прям по центру, да? Умри! Ребята, Overwatch это великолепно вообще. Блин, вот так вот надо действовать. Давай, Сидни, давай. Прям посмотреть не дают. О, нормал. Так, сейвимся. Дора. Дора, дора, помидора. Помидора, дура, дура. Давай, мужик, иди сюда, чё уж теперь. Нычься. Слева нас прикроют. Снайпера, кстати, сюда. Так, сейвим. О май гад! Сейчас один такой падает, его убивают. Ага. The hell. Знаете, что сейчас сделаю? Сейчас покажу вам фокус один. Как это срабатывало в первой части. Вот так вот. Бум! Катапульта! Так, а ты у нас кого увидел, я не понял. Угу, вижу. О, они нас сбоку обходят, засранцы. Ой, ребята, ой, я вам сейчас. Ой, вы у меня сейчас по щам-то огребете. Давай, Сидни, сделай свое грязное дело. Испепели их силой мысли. Так. Абдзз. На!
Да, ребят, халява здесь и не пахнет. Так. У кого там no rounds, я не понял. Ууу, печаль. Так, сейчас мы у всех перезарядочку сделаем. Так, стрим-то идет? Идет, все норм. Так, ребят, у меня же крыша нахрен едет. Нормал. Вау! Нам стену, вы знаете, прям как по заказу так. А можете эту стеночку убрать, пожалуйста, тоже так? На! И нет стеночки. О, господи! О, господи! Няшечка! Cover my flank! Okay, no problem, Chifo! Get over here, I will kill you! Little likey, juicy. Нет. Следующий. Готов. Распапиросили парня. Эй! А, смотрите-ка, успевает. Не перехватили вы по дороге? Давай, мужик, беги! Куда вы меня забираете? О, ребята. Прям вообще. Excellent work all around. Another impressive effort from our troops. Прямо Дора у нас отжигает сегодня. 8 синменов. Продадим сейчас! И вам не хворать. Так, блин, раз, два, три. Надо спутников больше. 8 дней до спутников. New guy. Squaddy. Прикольно. Так, инжи то, инжи сё. Иллириум 94. Чё исследуем? Ничего не исследуем. Плазма пистолет, флотер, аутопсия. Давайте вот этого изучим. Да. Нет, Сенклер, это не начало, но довольно-таки... Да, почти. Yeah. Defense Matrix Dodge. Да вообще без проблем. Давайте мутонов изучим. Да идите в печь вообще. У меня металла нет. Ничего не дало. Ну вот. Не. Begin project. Три дня. Три спутника. Запрыги спускать баллон 84 кило. Черт, это же на первый. Ну как сказать, это вполне себе. Не то чтобы легко, но... Мы вещи потяжелее таскали. Там нас было двое. Инжи, так, 2 дня до спутников. 14 дней до... А, нет. 3 дня до консул репорта. Крутотенько!
Так, над Китаем пошел. Над Японией пошел. Над Канадой, что ли, еще один шмальнуть. Аргентина. Build more uplinks. Ну, охренеть теперь. С ума сойти. Ну, ладно. Сейвим, поехали. Нифига так, плюс 915 в месяц. Одна уфошка ушла. Remember, who cares? Так. Digital battery increases research speed. Так, блин. Зараза. Не, нифига. Foundry мы засадим сюда. Угу. Excavate. Сюда мы засандалим. Так, тут у нас слабо, да? Давайте. Ай, лол. Надо строить больше генераторов. Или хотя бы один иллериумный. Иллериумовый. Иллериумный. Блин, как правильно-то будет? Генератор на основе иллерия, короче. Так, NG. Строить ключ. Нет сплава. Все круто, но нет сплава, блин. Тарелку мне! Показывай. Manufacturing this element will be our capabilities. We'll only be able to use whatever we recover from alien craft and alien bases. Так, за это нам дадут хитиновый этот самый. За этого я не помню, что нам дадут. Ох, ни хрена себе, 8 дней на плазморайфл. Неплохо. Ладно, навигейшн сначала используем. Сколько человек в отряде? Пятеро. Пять человек в отряде. Кстати. Блин, так-то, так. Ладно, теперь шесть. Да, чуть не забыл. Отлично. Так вот. Вот так вот мы все сделаем. Так, бараки. Hire soldiers. Поехали, чё уж теперь. Покажи. Satellite Nexus? Фига. Прикольно так-то, ребятки. Satellite Nexus. Ужас. Так, тут у нас 4 сателлита. Тут у нас 2. Но стоит он, конечно, опупеть. Сумасшедший. Давайте попробуем термогенератор сандалить сюда. Так. Надо срочно завалить какую-нибудь тарелку. Угу. Не сейчас.
понятно, Foundry готов. О, наконец-то. Мендоза. 4 ученых. Поехали. Лейтенант Кук. Поехали. Into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. We picked up a local broadcast. No problem. Да, да, да. Красиво летим. Итак. А, просто все хвалим. Ну, это хрень. Это мы умеем. Это мы могем. Все же, давай лучше вот сюда вот. Бежать, 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 бежать. Все, сидим, ждем. Парни, давайте объявляйтесь. Не объявляются. Они отказываются. О! Пипец так-то. Ракеты ты не закинешь. Так, сейвимся. Давай! Огонь! Промазал. Печалька. В общем-то. Ладно, давай, Дора, беги сюда. Господин Сидни, вы пока посидите. Я вас на крайняк в конце использую. Хорошо. Угу. Так, ну одного-то мы вольнуть-то вольнем. Но что делать с остальными? Свечный пистолет. И не хватает дальности. Отлично. Ну ладно, господин Сидни. Ваш выход. Ну-ка, если mind control. Давай, сидушка. Уа! Вот это пипец. Огонь, давай, 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 давай. Хотя бы единичечку. Треху, not bad. Так, месье Сидни. Зажигай. Хорош. Они отступают. А, если бы. Норм.
Ой, кому-то пипец. А нет, смотрите-ка, нормал. Вот зараза. Взял, фланганул. Обфланговал полностью, скажем так. 8.48. Так, этого мы и так забреем. Этого тоже, кстати. Вот того вот. Я не попал. Ня. Так, товарищ комарады. Тра-да-да-да-да-да-да. Испепелили. Run and gun. Дэш вот сюда вот. Бум! Не забьет ведь. Не хочет. Бадум! Промазал. Так, да, все, трансляция идет. Ой, попади. Не попал. Почему одного из твоих такое количество хп? Это такая фишка. Меня написали в чате, типа, напиши ему имя Сид Мэйр. Я написал, он стал Сидом Мэйром, причем даже на лицо Сид Мэйр. Это пасхалочка такая. Вот, всего лишь навсего. Только я таки не понял, почему Сид Мэйр? Там же братья Голуб, по идее. Не Сид Мэйр. Нужно запомнить. Запомни. Так, аптечки-то ни у кого нету, да? Так зачем нам аптеки, господи? Даже саппорту зачем аптека? Мы и без нее нормально, да. У нас граната есть дымовая. Вау! Арррр! Улыбашки. Сидни, отстрели ему ногу. Или майндфлай ему влупить. Бадым! Оттаращился. Оттопоршился. Эх. Run and gun-то нету. Вижу. Попал, не попал? Попал. Нет, не попал. Печаль. Давай! Да что ж вы сиднища-то такие, а? Бум! Вот это было знатно. А, хорошо сработали. Ай, молодцы. Миссия закончена. Или нет? Еще нет. Лол.
А, ну да, конечно. Как же это мы без стинманов-то? Подум! Человеки, улыбашки. Сам сквозь вагон стрели. Да ладно, чё ты прямо, а? Снайпер бы так наверх посадить, конечно. Эх, стан ты даже не возьмешь еще. Релод. Давайте-ка мы вот сюда вот. Я так из пулемета ему. В качанчег. А, дали ему, получается. Так даже лучше. С ближним разобраться будет гораздо проще. Дудоня, давай! Уп. Червонец. Спутники раскиданы, все вроде нормально. Неплохо. Вот лол, знаете, да, вот у нас как бы снайпер самый толстый, вообще больше всех прошла... А нет, не больше всех, почти, ну, второе место. И все еще с первой долбанной винтовкой бегает. С ума сойти. А это что за хрень? Да конечно, господи, зачем нам все кто это? Ладно, пусть пока будут. Денег пока много. Три дня еще. Генератор. Купил бы, изобрел бы, так я бы сделал бы. Так сплавов нет. Все сплавы ушли на пулеметы. Foundry. But some of our more interesting projects will certainly benefit from the adjustments made down here. Офигеть. Shift laser. Drone rack. Офигеть. Двадцать сплавов, три флай компьютера. Вот это вот охрененная тема. И хоть сбивать не будут. Звезд Google, там написано, что может зайти двух героев, Сид Мейер и Кен Левин. Так как нам героев, даже одного героя, легальный чит. И компания, для которого вы уже не заработаете. Ай, хрен с ним. Опача. Ванкувер! Так, вот тебе аптечку сейчас дадим. Чё ты как дурак бегаешь? Лол, что, аптек нет? Да ладно, не поверю. Вот этого проведем опять-таки по правой ветке. Джеймс Кук. Дальше идет.
Отдай аптечку, зараза. Гранату возьми, аптеку отдай. Скоро будет improved scope. Граната чужих. Граната чужих, кстати, появилась. Хотя бы шлем на цепи. Давай. Напоминает, кстати, этого. Знаете, ребят, меня сейчас просто, как сказать, я только что это заметил. Вы ничего странного вот его виде сейчас не замечаете, нет? То есть такого, что просто фейспалм, смайл Джеки Чан фейс и все такое. Много ли набарыжил? Нет, мало набарыжил. Вот просто вот присмотритесь, что в нем вас напрягает, ребят. Ничего? Да не, не про базуку, не про базуку, ребят, не про базуку. Как бы ничего, нет? Все в порядке? Не, не, не базука. Да ладно, шлем, ребята, он в кроссовках. Он нахрен в кроссовках, ребята. Он в долбанной броне и в кроссовках. Не в берцах даже, он в кроссовках хренах. Хреновых, блин, охренеть можно. Кроссовки! Сумасшедшие люди. С ума сойти. Бобры вообще. Поехали, что теперь? Ты бегаешь только тоже кроссовки оденешь? Ну-ну. Они нахрен солдаты, они должны носить униформу, а не кроссовки. Ребят, не забываем лайкать, не забываем подписываться на Твича. Очень большая просьба к вам. Круто тень, чё? Карта-то здоровая, кстати. Ладно, господин Сидни у нас бежит сюды. Остальные идут через здание. Они хотят жить и быстро бегать. Они, кстати... Не, ребята. Кроссовки в данной ситуации это мазохизм, это суицидно. Это в конце концов дополнительный шанс того, что вам прострелят ногу нахрен. Попробую в берцах круги понаматывать. Понаматываю. Делов-то. Вижу. Вау! Бум! Я уже думал, две сейчас вышибет. О, ребята, это трэш. Охренеть их там. Ребята, вот это жопа. С ума сойти. Ну, что могу сказать? Огонь. В упор! Да, это надо было суметь еще на самом-то деле. Bye-bye. Кроссовки с кевлара. Не, ну берцы не в том плане, что не прострелить. Ну хотя бы, не знаю, топором не разрубишь. Хоть какая-то доп. Защита, честно.
Так, Дора. Сейчас, короче, кого-то съедят у нас. Давайте! С ума сойти нахрен. Три мисса, одно попадание. И снайпер умирает. Нет. Вот теперь, да. Ну охренеть теперь. Нет, снайпера потерять не могу. Орлеан должен жить. Так. Сюда. Сюда. Дора идет у нас куда-нибудь вот сюда. Сейвимся. Все, смотрим, как людей начинают есть. И они умирают, наверное. Это трэш вообще. Да с базуки ты по ним жахни, господи. Вот это хорошо. Обвафлиться можно, их так до хрена. О, цивил прибежал. Ну давай. Или нет? Дай-ка вот потому вот. Остальных-то мы добьем. Хорошо. Гранатой, что ли? Ракетой по ним хреначнуть. Хренякнуть. Цивила зацеплю. Так вот, давай. А, поверь мне, то, что там нужно все действия подтверждать. Вот, это еще нормально. Ты еще в Aftershock не играл. Или в Afterlight какая там у нас была самая дебильная. Да сейвся ты уже. Не сейвится, лол. Тон. Одного живьем, а этих живьем, по-моему, взять нельзя, насколько я помню. Или можно? Тут расчет из того, что если уж покусают, так пусть кусают синий. Dead is disco. Нормально. Очень даже, кстати. Очень классная шутка. Круто! Мне это сейчас напоминает чем-то сцену из фильма «Чужие». А знаете, что самое хреновое?
А где? Где атака-то? Не понял. А просто так атаковать нельзя? Да вы гоните! Да. То есть, если мне нужно дополнительное окно в стене, и я могу пробить его пулеметом для того, чтобы мой снайпер прибил того, кто находится за стеной, мне этого сделать не даст механика игры? Да чё, упоролись, что ли? Офигеть. Я сейчас просто офигел. Ну давайте ракетами будем пробивать, делов-то. Да ладно, ракеты. А, господи, цивил убил. Ну вот. Охренительно сногсшибательно. Так, Дора сейчас будет работать у нас. Она будет захватывать живьем. Так, вот этого убить обязательно. Просто слил цивила. Не слил бы цивила, умерли бы еще вот эти вот двое. Если чё, как бе. Так что все в порядке. О, Дора! Так, надо Дору дефать. Очень смачно. Ну-ка попробуем заштормить. Цивила, наверное, сольем, да? Да, сольем цивила. Если как-нибудь... Блин, вот так вот умрут все, но мне нужен один. Один живой мне нужен. Ну, давайте пробуем вот так вот. А, лол. Вне радиуса действия. Ладно. Дора идет за... Так, сейвимся. Дора идет захватывать. Их там, офигеть. Давай, стан. Бдзд. Облом. А, крэп. Главное, чтобы остался хотя бы один из них, остальное пофиг. Ну, кстати, да, там он вдалеке один-то есть. А к нему опять-таки хрен подойдешь потом? Не, будем пытаться в упоре подбивать. Цивила плюс еще спасли, иначе бы он умер. Бдзинь. Да чтоб тебе. Два раза подряд уже. 5 сек. Нормаленько. Дора, Дора, помидора. Давай, мочи. Бдзинь! Да чтоб тебя. Ну давайте попробуем подстрелить его тогда. Так, на пол Федора. С этого убьет, с этого точно убьет. С этого вообще пипец как точно убьет. Так, ну-ка, давай-ка. Так, это не тот флотер. Давайте этого вольнем. Промахнулась. Два спасены. Эй, чувак, привет, Барлонд. Нет, на самом деле там что-то около 30 с копейками человек на стриме, но в этом чатике вас двое на самом-то деле. Crazy Heartbeat, Лиркан и вот ты вот. Вас трое здесь. Блин, как их валить-то? Давайте-ка панику ему выдадим. Да, you're going to die. Такой, no, don't touch me. I'm MC Hammer.
Так. Теперь пробуем разрулить. Бежим вот сюда и отстреливаем голову четырехлапому. Шаркан. Нет, не здесь 30 человек. Сейчас покажу. Остальные все... Сейчас покажу, где все остальные. То есть мы находимся сейчас вот тут вот. Вот здесь дохрена народа. Вот чатик. Давай-ка двушечку и... Нет! Твою... Дебилы! Я дебил, я отвратителен. Да, еще два таких прибежали. Охренеть. Уу! Пацаны! Это пипец. Перезагружаемся. По-другому вообще никак. О! Зомби. Зомби? Господа, это жесть. Цивилов убивают одного за одним. Нет, вот этого засранца мы сейчас поймаем все-таки. Сейчас мы все это сделаем. Сейчас у нас все будет шикарно. Так, Сидни. Нет, мне нужна паника. Так, сейчас. Вот сейчас сейвимся. Дора бежит сюда, отстреливает ногу четырехногому. Не понял. Чё за чушь произошла только что? Вот тому... Да ладно, лол, не могу, что ли? Не верю. Я не могу за... Отлично. Нет, в Planet Side 2 я никогда не играл. Слышать слышал, но так, чисто относительно. Ну, как сказать, давайте попробуем, что ли, все-таки. Дэш в упор. Либо Дора сейчас у нас всех победит, либо умрет. Отлично. Так, здесь кого-нибудь видим? Нет, здесь никого не видим. Здесь Сидни. А, ну он уже свой ход истратил. Здесь тоже нет ни хрена. И здесь нет ни хрена. Вот это я зря. Огонь. Нормал. Бум. Так, этот в панике. Тараканы, пауканы, блин. Ох, какие я их ненавижу, вы бы знали. А ты, зараза, девяточку всёк. Со смаком так-то. Бу-дум. Нет, базу еще не грохнул. С ума сойти, что здесь происходит просто. Ладно, бежим сюда. Четыре? Да лол. Сейвим пытаемся. Нам нужен флотер. Очень нужен флотер. Твою мать. Да чё, правда, что ли? Я-то не вижу. Да, сейчас реально добра грибу.
Давай! Да чтоб тебя. Окей. Ненавижу. У меня нет ничего из оружия, что не убило бы его. Ослабить нужно. Ну вообще да, по идее. Но я же говорю, у меня нет ничего из оружия, чтобы его ослабило, а не убило. Ну как бы есть у нее пистолет, но он его все равно убьет. Потому что у меня на close combat офигенный плюс это самое, плюс к урону. Твою мать. Target is still moving. О, я-то не вижу. Это, кстати, печалька. Если mind flyем. Нет. Ну ладно, попробуем. Так, ладно, зомби умер. Секунду. Так, нет, здесь мы уже заюзали. Можешь не обузить лот, рандом будет... на Фелистана. Действует, но не действует. Вот точно действует, я вот более чем уверен. Потому что я уже брал их так. Уродство, блин. Здесь... А! Огонь. Бум. Так, отлично. Сейвить пока не буду. Да не надо мне этого убивать, господи. Вот с пистолета лучше в него шмальни. Попади только сначала. Есть! Единичечку! Давай, Дора, попробуй. Бдзинь! Ай! Найн! Так, бей зомби. Зомби умер. Отлично. Если я в него сейчас попаду, я его убью. Смотрим. Да, я его убил. Чего мне не нужно. Ну смотри, если ты каждый раз после лоуда будешь первым делом стан делать, не будет работать рандомайз. Кстати, как варик. Веселуха вообще. Бдзинь. Стан фейл. Ненавижу их всех. Ладно, делаем по-другому, спасаем Дору нашу. Именно, что надо Дору нахрен отводить отсюда. Кто у нас там саппорт-то? Все, отводим сюда. Дора, беги! А Сидни сейчас всех уработает здесь. Сидни! Делай свое дело. Абдзз. Отлично. Иди лечи Дору. Херь какая-то. Да, есть такое. Так, сейчас, короче, просто сидим и не высовываемся. Сейф, пропускаем ход. О, ни хрена! На неждане. У Сидни самые охрененные пси-обилки. Потом покажу. Так, 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 так. Ты у нас сидишь.
на четверочке, ты у нас на двоечке. Все, этот парень сейчас, короче, прыгает и получает. Прямо в голову. Бум. Огонь. Ну, 5 это хорошо, но не идеально. Могло быть и получше. Вот, кстати, 6 сейчас, а не 7. Ладно, хоть не отравил, на том спасибо. Это стерва. Заметьте, кстати, зомбята почему-то все еще стоит. То есть я ее, по идее, убил, но она все еще стоит. Умри. Бум. Да. Это надо было сделать. Так, ты у нас отбегаешь нахрен отсюда. То завалить еще ненароком. Да лол! Да как так-то? Бум! Шакалака. Месть и опыт. Сожруть и опыть. Так, 4 единички, а? Майнд контроль, что ли, на него наложить? Давайте проводим майнд контроль. Вот смотрите на его лицо. А, не показали. Лол. А, не, я уже думал об это самое. А, обломился майнд контроль. Давай, Дора, подь сюда. Так, сейвим, пропускаем. Да, типа застанет нельзя, религия не позволяет. Великолепно вообще. А насколько, интересно, ходов у него майнд-контроль-то работает? Попробуем отменить его. Лол вообще. Нет. Никак. Как майнд-контроль отменить? Скажите кто-нибудь, люди. Сидни. Сидни, отмени майнд-контроль. Плохой. Плохой мужик. Давай пробуем выбежать за пределы действия майнд-контроля. Все, да? Нет, не все? С ума сойти. Так, а тебя мы похилим. Блин, это не майнд-контроль, это дебильная пежня. Toggle fly. Launch. Cooldown suppression fire. О, наконец-то. Да твою мать! Ну, Дора, ну... Да хрен там. В некоторых стримах можно понизить качество, в некоторых нет, от чего это зависит. Это зависит от того, есть ли у стримера партнерская программа с сайтом, на котором он стримит. Вот у меня нету. Собственно, у меня нельзя этого сделать.
Дора, блин, такая Дора. Я просто вообще от этой Доры одуреваю. Не. The hell. Вот. Снычимся сейчас от него вот сюда вот. Пропускаем ход. Все, он вышел из-под контроля. Сиди, молчи. Это в кого это там? Цивил умер. Ну вот. Все, Дора, давай. А вот теперь самое интересное, короче. Бздынь! Конечно. Кто мы такие, если сможем застанить, да? Эту миссию, блин, отыгрываю уже черти сколько, короче. И чую, что реально дело к ночи. Так. Вот сюда. Из пистолета в него. Ствол берешь. В голову бьешь. Огонь. Уроды. Захвачу. Моим будет. Да-да. Безусловно, охренеть. Так, здесь у нас есть обычный пистолет. Давайте-ка опробуем. Вижу. Огонь. Двоечку сними с него. Самый прямой человек в мире. Вот врать не буду просто. Сидни. Ну, с пистолета по нему давай. Ничего от тебя не прошу. Сними ему 3 хп из 4. Вообще не увидел. Так, бежим. Вот сюда вот. Насколько можно близко, чтобы не промахнуться. Потому что промахиваться это плохо. 62%. Попадай. Уволень. Все классно, как бы. У нас есть Дора, она там в упоре, она высечет его 200%. Любой высечет его 200%. Но нам не нужно высекать его. Долбаных 62%. С ума сойти. Ну давай пробуем его отсюда вальнуть, не знаю. 63%. Заметьте, я забыл сменить на пистолет, и один хрен не попал. Бери пистолет в руки и иди. Иди и рань его. Выстрели ему по пузику. Да ладно. Ну, из пистолетика, ну не убей ты его. Дебилизм. Как? Как нам его захватить? Это, блин, это... Это пипец какой-то. Этот Remember will be watching, она скоро будет... Как страшный сон уже звучать, честное слово.
Хрен, короче, с ним. Сейчас попробуем кое-что сделать. Пойдем вот сюда сейчас. Сменим на пистолет. Шмальнем ему в голову. Промахнемся, само собой. Missed the target. Хотел так-то гранату кинуть в него. Забей пытаться его захватить. Не, ни хрена. Один! Долбаный! О, кстати, я знаю, чем его ранить. Нет, базу еще не штурмовал, скоро будем. Так, Сид где-то у нас был вот здесь вот, да? Сейчас мы его раним четвертым скиллом. Только не убивай! Поем! Не нужно нам его убивать! Вот почему, когда 10% шанс попадания, они попадают, как... Дай боже как, вот это 62, никто не может вообще. Либо убивают нахрен, либо... Значит, выражение лица просто бич плиз, вот честное слово. «59! Может, получится?» Конечно. У кого гранаты есть, ребят, сознавайте. Ни у кого, лол. А, нет, вот, вижу, граната. Она наносит 3 единицы урона. Гранатой в него. Ну да, конечно. Ох, если бы все было так просто. Так, все, я знаю, как его убить. Тебе не убить, а вырубить. У нас есть гранаты, господи. Слава яйцам. Так, бежим сюда. Сейвим. Пропускаем ход. Он сейчас убивает с... Круто, че. Цивил? Или наш? Цивил. Ну ладно. Граната кританет? Блин, не дай бог нахрен. А гранаты вообще умеют критовать? Ой-вей, ну давай. Сейчас еще этот цивил умрет, кстати. Бум! Да! We... Who's your daddy? Who's your daddy? А-а-а, есть же. Ой, парень, тебе кран... Иди в печь. Идешь сюда. И юзаешь станер 90%. На! Another day, another successful operation. Фуф. Ой, ребята. О, да. О, да. Мы это сделали. Wounded на 6 дней. Все, ребята, можно, знаете, можно просто. Да. Фу. Ох. Ребят, это произошло. Это наконец-то произошло. Черт побери. Мы сделали это. We did it. Ребят, не забываем. Вот это вот. Вып. Вот. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. Так, быстренько его.
Нифига себе, у него когтище. Все, смотрим, что из этого получится. Так, сейчас посмотрим. Где у нас снайпер ты? Один единственный майор Орлеан 87. Мажор. А, лол, их надо еще произвести, походу, да? Или нет? Ничего сейчас не понял. Окей. Окей. Денег пока нет. Так что, сидим. Сидим и держалуемся. Провода что-то какие-то валяются, тут болтаются у меня под столом. У меня провода напали, ребят. Так вот. Так. Ладно, у нас есть два дня, на самом деле. Сейвимся. Interrogate флота. Смотрим. Basic armor technology. Yay! Вот это круто. 4 дня это хорошо. Ну блин, сплавы опять-таки нужны. Мне везде нужны сплавы. Я без сплавов вообще никуда. Я даже на базу пришельцев не могу без сплавов выйти. Я ключ не могу сделать. Ой, слава яйцам. Пошел. Танк пили, к черту танк. Ну, стреляй! Четыре попадания, офигеть. Сенская рейнджер. Семь утра, нормал. В Китае. Looks like the aliens went down in a sparsely populated area. Сейчас возьму наконец-таки сплавов. Возьму я сплавов наконец-таки. Кстати, я так и не понял, почему я их не изучил и не могу делать. Так, нам нужно. Так, где-то вот тут вот она у нас, да? Окей. Меньше базукой по кораблю. Окей. Да я просто там это самое, пулеметов 6 штук сделал, 3 продал. Вот сплавы и кончились. Так. Сейчас мы активируем, пожалуй, триггер, да? Нет, не активировали. Интересно. Карты подозрительно похожи друг на друга. Ну, блин. Ну, вообще, да. Того мы еще с первой части не всегда были подозрительно похожи друг на друга. Господин Гонзалес у нас вместо Доры-Доры.
никто идти не хочет. О, слышу. Вот это хорошо. Хорошо, как раз мне в суп. Это я зря. Такая музычка такая стрёмненькая поигрывает. На мозги давит. Нет, озвучка здесь в игре в плане охренительная. Вот конкретно в данной ситуации эта музычка, она по мозгам бьет. Так, ну ты тут как сидишь, так и сиди. Все, пропускаем ход. Сейчас выходят парни, получают заряд дроби в лицо и уходят. Кто там бегает? Лол, и все еще никого нет. Че за пежня? Ну-ка, давайте-ка мы их всех тут выжгем нахрен. Сжечь в печь. На! Ха, лол, никого нету. Ну вот. О! Нашлись! Обнаружились парни наши. Вот из шотгана в упор промахнулся. Ну вот, ну... Да, это надо суметь. 19%. Попаду, не попаду. Неплохо. Ну это уж если завалит, так завалит. Так, сейчас парень выходит и начинает бить наших. Конечно, как же без этого? Давай-ка снайпершот ему обеспечь. Попробуем. Так, сняли укрытие, кстати. Это офигенно. То, что мы сняли с него укрытие, это нам очень сильно поможет. Угу. Вот, уже 69%. Огонь! Хорош. Так, ну-ка давай-ка run and gun. Сейчас подбежим поближе и отстрелим ему ухо. Будет Ван Гог инопланетная версия. Хорошо. Отличненько. Так, господин Сидни, бегите вперед. Сидите на стрёме. Урчат. Смотрите-ка. На ярус повыше поднимемся. Так. Кто-то у нас...
Кукс Скиннер. Скиннер. Свежевальщик. Куки-куки. Так, отлично. Отлично. Не то. Так вот. Ну, ты у нас таки сидишь. Стрим-то вообще идет, нет, ребят? Так, ну вроде да. Вроде все в порядке. Ага, слышу. Сид, ты должен всех просто взглядом испепелять. О чем речь? Ты должен знать, где все находятся заранее. Ты должен убивать и воскрешать пальцем. Woo! Так, ну этот парень умер. No targets available. Так. Ты идешь сюда. Потому что тебя сейчас будут лечить. Так вот. Все чудненько. Следующий. Следующий. Больше нет. Эй, он прилетел. Прилетел и умер. Так, дяденька Сид. Отстрелите ему что-нибудь. Нормал. Ого! Так. Ну, будем потихоньку прорываться вперед в тарелку. Штурмовик и тяжеловеска есть. Ты, в принципе, тоже беги давай сюда. И Сидни тоже бы не помешал. Так, то. Overwatch. Ты на Overwatch. Хрустят стервозы. Так. Опять где-нибудь на то самое, в контрольной рубке сидит. Функции управления полетами. Нормал. Я что-то все боюсь, что стрим упадет. Как бы если стрим упадет, вы в чатике пишите, что стрим упал. И тогда я приду и подниму его. Я возьму его на свои сильные руки. Отряхну. Скажу, стрим, ну что же ты? Приободрю. Дам ему какаушку. И он встанет и пойдет дальше. Вот. Блин, я сейчас просто как Адольф сказал. Сурово так-то. Опа! Это чё за пежня? Так, господин Сидни, идите спасать нашего снайпера. Если что, я пишу, да. Ну вот сейчас написал. А, ну вообще пишешь? Окей. Окей. Хорошо. Вы недостаточно упоротый, молодой человек. Так, ты у нас идешь сюда.
Все равно хода не будет. Че так? Пум. И никого нет. Лол. Нам надо вот сюда вот. Они там реально где-то сидят. Они где-то вот там вот живут, короче. Они построили себе маленькую такую, это самое. Маленький вигвам все построили и сидят там теперь. Отвратительные вообще люди. Давай, Сидни. О, вот они. А если писать долго, что стрим упал, то стример возьмет и сам уронит стрим. Нет, не уроню. Я вру. Я не способен на это. Я слишком слабоволен и слабохарактерен. Я не смогу уронить стрим. В качестве мести. Слушайте, а далеко сидят-то? Да блин, стой! Твою... А, ну окей, то есть там уже отходили. А теперь мы откроем дверь. Нет, я дверь хотел открыть, черт. Отвратительные вообще звери вот эти вот летающие. Эй! Нифига там по Сидни на 6 попали. Ушел. Пришел. Молодец. Облегчил задачу. Все правильно сделал. На! Так, вижу пришельца или не вижу пришельца? Кто видит пришельца? Вот ты видишь пришельца. Не попадет ведь. Давайте, run and gun. В упор и убиваем. Нет, Сенклер, ты явно не один, просто все партизанят. Бах! Ну, а вот и наш маленький злобный. Тот, который сейчас будет долго и мучительно умирать. От пулеметной очереди. В упор. Ура! Фу. Ребят, знаете что? Мы наконец-то получили сплавы. Корпус, или... Да! 82 сплава, отлично. We did it! Так, скоп. Можем построить снайперку. Yeah! Йоппи! Не то. Build facilities. Нужен сателлайт Nexus. Firefly компьютеров нету. Power Source. Сателлайт Uplink. Ну, давайте хотя бы сателлайт Uplink построим. О, чё это? А, ну сектоиды, конечно. Черный рынок.
Черный рынок. Черный рынок. Продать. Продать. Так, это... Вот это продавать нельзя. 310 получили. Куда ты меня сделал, нехороший человек? Давайте посмотрим. Нет, Евгенка не умирал. Вот Евгенка, на 4 дня в больнице лежишь. Нормал. Так, Officer Training School. Не работает. Research. Чуть не забыл ресерчнуть. Мал-мал. 15 сплавов. Плазменный пистолет 6 дней. Винтовка 7 дней. Fighter Craft 11 дней. Titan Armor. Skeleton Suit. Да, кстати, мы можем забубосить ребяткам по броньке. Отлично. Все, ребят, мы готовы. Более или менее, но готовы. Сейвимся. Ну что, поехали на базу. Танк будет еще больше лимба, чем сид. Так, сейчас на минутку отойду, перекур, потому что перед базой надо бы... Сейчас вернусь. Так, итак. Ну что, господа, готовы? Почему тебя еще нет? Сейчас посмотрим.
Так, не то. Евгенка у нас в больничке. У медсестричка, медсестричка. Пулемет дадим и броню. New Body Armor, блин, офигеть. Бразилия, бай-бай. Да не, не должна быть. Так. Так вот. Всем по броньке, пацаны. А вот тебе еще и снайперку шикарно. Так, ну Сидни ничего не надо. Не хватило. Ну вот. Или хватило. Но не у того. Да, не хватило. Ну ладно, поехали, чё. Вещички твои вернутся к тебе. Вообще, как бы, хватит пытаться угонять стримера. Стример тоже человек, у него тоже есть чувства. Да я скажу, что они здесь делают. Еду готовят. Да кухня. Всего лишь на все. So far we don't have visual confirmation on the hostiles. I wouldn't get too comfortable though. We're expecting heavy resistance. Так, итак. По старой схеме. Сидим, пока они вылазят, потом убиваем их. Looks like we found where they've been taking the abductees, but that still doesn't explain what the purpose of all this is. 12-15 монстров. Блин, знаете, что самое смешное? По-моему, я не взял станер. Нет, станера есть, нормально. Не. Так, бежим сюда. Минут на 40 миссия, это да, это факт. Вот именно поэтому сходил, взял перекур, перекусил печенкой. И теперь готов. Все, ждем, пока выйдут. Вижу. Отвратительные монстры. Один готов. Отличненько. Так, ты у нас валишь его. Троечка, всего офигеть. Давай-ка сюда. Валите его, сэр. Так, минус 2. Так, снайпер, снайпер, снайпер. Так, тут больше никого быть не должно. Сиди вот так вот. Ты вот сюда вот. И тоже на вервоче. Сидни у нас идет. Туда и тоже на вервоче. Сюда и тоже вервоче. Здесь. Звуки есть какие-нибудь? Нет? Нет, вроде ничего нет. Ждем.
Вот не хотят они выходить, вот хоть убейте. Так, Сидни. Лол, Сидни проход перекрыли. Так, ты у нас сюды. Тоже Overwatch. Бабли сейчас этой миссии поимеем. Просто немерено на самом деле. Так. Сидни идет вот сюда вот. Сейвим, пропускаем. Угу, слышу. Кого видим? Уу! Веселуха вообще. Оттопорчили. Идем на штурм. Лол, и никого нету. Как так-то? Overwatch. Иди агреноситься, этот чай не пропадет. А хрен знает. Если, кстати, Сида возьмут под майнд-контроль, мы все умрем. Давайте, вылазьте, чё уж теперь. Ох, ни хрена! Это что за покемон? Так, снайпер идет на крышу. И никого не видит, лол. Ну-ка, давай-ка сюда. Угу, вот один есть. Маленькая отвратительная летающая хрень. Умри. Готов. Попафнуши усадили. А, Сида под контроль не взять. Ой, наивно. Наивно предполагать такие вещи. Пятьдесят три. Ну давайте. Хорошо. Где там у нас еще-то один? Вот там он, да? Вижу. Ай, отлично. Что-то чат как-то висит. Да нет, вроде все норм. Ну, если ты пишешь, то как бы все нормально. Вот. Не забываем, кстати, жмакать вот сюда вот. Ну, Сидни, что могу сказать? Делай свое дело. Будь няшкой, убивай людей. Так. Здесь мы сделаем релоад. Такие пачка парней с пулеметами. О, вижу. Кризалиды. Сидни! Где ты у нас, Сидни? Вот ты у нас, Сидни. Ну-ка, зажги-ка их всех тут давай. Эх, чуть-чуть не достает. Вот теперь достает. А, в этом смысле висит. Ну, бывает такое. Просто загружено СК2 и все. Так. Пацан, иди спасай пацана.
больницу не попал. Орли просто спас действительно всех сейчас только что. Ладно, все, начинаем штурмовать потихоньку. Так. Прошел ты миссию еще пару часиков дальше. Подустал пока там. Надо стрим посмотреть, нормально. Ходишь тут с новичками. Новичков тоже нужно качать. Вот прикинься, да, если кто-нибудь из наших сотрудников скажет: знаешь, папа, я решил, ну или решила там в зависимости от выйти замуж за одного из них, ну или жениться. Вот что мы с этим делать будем? Ничего, придется ведь понятие отпустить. Толерантность и все такое, понимаете, там. Новые реалии общества. Вот этот, опа-на, и новичок. И можно как бы юзать. Так, все норм. Бу! А, лол, и никого нет. Еще идти, господа. Нас тут с вами ждет до хрена веселье. Не на базе же эллинов. Ну, как бы. Мы дорвались до момента, когда мы наконец-таки можем попасть на базу эллинов. Я не мог терпеть. Это было выше моих сил. Я просто... У меня нос чесался зайти сюда. Единственное, что жалко, ирландского красного не разливают. А так вообще просто великолепно. Дрон на построй классный, очень тяжелый разведчик. Окей. Покажись! Не хочет. Сидни, иди мочи. Уии! Мутончики! Мутон, кстати, если мне не изменяет память, то это по-французски то ли бык, то ли что-то такое, короче. Это мясо. Ну, то есть такое мясное животное, скажем так. Ай, попаду, не попаду? Походу, нет. Да. Такие вот делищ, пирожищ. Сорок 3%. Ну да, конечно, как же без этого? Снайпер. Так, следующий, все, да? Вот ты зараза. Ну ладно, отхилим. Не самое страшное, что могло произойти. Вот тобой же и отхилим. Нормал. Хоть ракета ему в голову сандаль. Уклонился опять. Что ты за... Человек-то такой. Давай, мэр! Ай. Сидни, как ты мог так подвести нас, а? Мы надеялись на тебя, Сидни. А ты... 37, что это такое?
Да хрен, конечно же. Попробуем вальнуть его из пистолета. Ого! Смотрите-ка, попали! Следим за его действиями. Вот ни в какую не хочет он шевелиться и реакшн-шот на себя вызывать. Так, Сидни, перезарядка. Так, тут мы берем снопу и отстреливаем ему ногу. На! Я вот не прокачивался, как ты. У меня на этой базе плазмы еще не было. Плазма есть у него чисто в принципе потому, что она есть с первой миссии. Мне сказали, назови кого-нибудь Сид Мэр. Я назвал, у меня появился вот такой Сид Мэр. То есть я его даже не прокачивал. Вот, всего лишь навсего. Воу! Опять дроны. Дроны — это плохо. Давай в голову. Ну, если у него, конечно, есть голова. Сняли укрытие, блин. Так, подойдем вот сюда вот. И пристрелим его нахрен. Или не пристрелим. Нет, не пристрелим. А почему? Хороший вопрос, почему? Халк перехватывать? Ну да. Бдзинь. От зараза, а? Ну ладно, 4 можно вылечить. Так, ты идешь сюда и хилишь нашего друга. Отлично. А, лол, не видишь, что ли? Тридцать девять. Попал, не попал? Нет, не попал. А мы сейчас сделаем вот так вот. Там 90% это лучше, чем 37 на самом деле. На. Майнд контроля еще не был. Блин, я же говорю, это единственный перс, у которого есть все, и майнд-контроль, и то, и все, и третий, и десятый, и, блин, с яйцами. То есть у остальных такого пока еще нет. Это в кавычках чит, можно так сказать. What could they be hoping to accomplish through this? Ну как, флоутеров делают? Что за глупые вопросы такие? Часть туши барана или коровы? Ну вот, говорю же, мутон это вот что-то вот с мясом связано. Холотаргетинга? Ну, потому что не делал. Так, Сидни идет вперед. Остальные ему на прикрытие. Пиндеко! Один такой, джж, и ушел. Он знает, что ему сейчас больно будет. Вот это жатва. Стопудович. Вольнешь, не вольнешь? Ну, как сказать, почти. Нормал.
Снайпер, снайпер. Правильная позиция у снайпера. Нет, кстати, карты относительно рандомные на самом-то деле. А, это не снайпер. Лол. Где снайпер? Кто съел моего снайпера? А вот снайпер. Вот я тюлень. Давайте-ка релоад сделаем. И ход заканчивается. Сколько у него хп? 21? Да до хрена у него хп. Огонь! Хедшот. Бум, хедшот. Следующий. Тря-да-да-да-да-да-да-да. Готов. Не, 26. Нормал. Нормал, нормал, нормал. Так, да, все идет, все пилится. Не забываем подписываться на Twitch TV, господа. Да чтоб вас Дед Мороз ел. Покучнее, покучнее, парни. От молодцы. Вот это я понимаю. Вот это прям как по заказу. На! Че? Как выжили-то? Как это вообще могло произойти? С какой долей вероятности? Скорее всего, баг. Огонь. Промазал. Так ты их сейчас обоих должно было просто в порошок стереть. Это чё? Это типа пси-шторма у этих самых... У архонов. Ой. Ну, этих, ну вы поняли. У штормовиков. Хрень такая, бах, и по площади вышибает всех. Ну, если не всех, то хотя бы коцает. Если не всех, то хотя бы части, то хотя бы коцает. Теперь он двигается, и ему настает полный абзац. Да лол, это реально просто баг, походу, на нижний, это самый, на нижний ярус положился. Промахнулся, промахнулся, ага-га-га-га. У него там 5 сибилок, на самом деле. То есть он может... там, насколько я понимаю, в зависимости от класса перса. То есть здесь он может панику вызывать, панику подавлять. Майнд-контролить, защитное поле делать. Ну и майнд-флай, кстати. Да, вот давайте покажу, что это такое. Он делает вот так вот. Тунь! Ну, просто, грубо говоря, атакующая билка. Вот это плохо. They're trying to flank us. Отлично. Попытка завалять кого-нибудь из противника провалилась. И теперь мы все умрем. Угу. Блин. Ракеты ты не жахнешь. 47, 47, 37, 47. Не попал. Че за дно? Ой, да ладно, неужели это не то самое? Неужели это нехорошо? Быть-то того не может. Переключимся на... 85! Ни хрена. Хорошо. Хоть всех снайперами делать, честное слово. Там такой урон входящий хороший. Выходящий, точнее. Ну попади по нему. Да чтоб тебе. Укрытие для консольщиков, да. Нифига. На девяточку-то усандалили как. Конечно. Как же без этого? И он теперь добивает. Да. Все, господа, это релоад. Аптечек у меня столько нету. Хавай ты. Mm-hmm.
Одного вижу. 47%. Хоть с базуки шмаляй, но не берется с базуки. Промазал. Месть. Так, у этого сколько хп? 3. Вот этого как раз сейчас снайпером и вольнем. Так, двоих вижу. Одного убью. Раз. Так, так двоих же вижу-то, лол. Чё за трэш? Да блин, не то опять. Второй-то кто? Говорит, что видит двух. Этого не видит, что ли? Нет, этого не видит. А вот того тоже не видит. Давайте пробнем. Ну, опять треху сняли. Не более. Так, ну-ка, а если попробовать ракетой по нему? Расчепыжить, расчекрыжить так. Не хочет. А поэтому... Тем более... Так, ладно, тогда попытка такова. Опять-таки хрен. Что такое-то, а? Ладно, нычимся за укрытие. У тебя точность понижена, как ты попадаешь вообще. Человек, ты чудак. Этот вообще при смерти нахрен. Да чтоб тебе. Сержант Люи. О, запаниковал. Давай убей его. Вальнул, не вальнул, интересно. Я не вальнул. Да это писец. Добей мутона в упор. Сдается мне, не получится мне это сделать. Штурмовиков-то нету, да? Эх, Дора, Дора. Ой, Дора, тебе не хватает. Дорка, Дора. Доронька, Дора, Дорочка моя. Так, Сидни. Сюда. Кто у нас там бегун-то такой? Нет, не этот. Нет, не этот. Нет, не это. Под перекрестным огнем. Так, блин... Ладно, Йети, давай, вызывай огонь на себя. Может, что-нибудь и получится. Так, ты у нас пойдешь сейчас сюда и попытаешься никого не увидеть. Так, здесь фигня полная, здесь тоже полная фигня. Да похрен, пусть стреляют по Сиду у нас. Ай, зря засейвил. Да, здесь минус один. Ну, по крайней мере, ранили. Так, нормально. Надеюсь, выживем. Тут по кому попадешь? Стреляет. Попадает. Нормал, все, разобрались, никого не потеряли. Раны это так, это дело наживное и излечимое. Ну, парнишка... Пипец тебе, друг мой. Стан, чё у нас? 70. Тут у нас 98. Не будем рисковать. Тем более, мутона уже ловили. 80%. Хорош. На! Этот у нас 62%. Подбежим поближе. И аптечек больше нет. Все еще 62, лол. Отлично. Все, это хорошо. Не так хорошо, как могло бы быть, но хорошо. Так, что у нас тут вообще происходит-то? Дальше тоже что-то есть. Ну окей. Снайпера наверх загоняем. И, собственно, остается у нас только вот так вот сделать.
Сейчас иванем тут на Overwatch. Надо будет еще 6. Это все хрень на самом деле. Завалить завалим, не волнуемся. Это сейчас самое главное, просто вот так вот в тупую больше не сливаться. Потому что это совсем печально будет. Слышу, но не вижу. Что это за хрень, говорят нам? Была здесь. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, ты у нас на Overwatch остаешься. Так, все, пацаны, давайте поднимаемся на верхний ярус. Да 6 или 8, неважно. Самое главное, последнего финального захватить. Там у нас будет очень большая плюшка в таком случае. Если нет, то не будет. Ну а если у нас будет большая плюшка, это будет просто вообще-вообще... Так, мэйер, давай-ка. У меня всегда такое ощущение, когда вот камера вот так вот за спину перекидывается, что их все сейчас перестреляют к чертовой матери. Так, на разъеденьку. На Overwatch. Сюда. На Overwatch. Так, ты у нас идешь ныкаться сюда. На Overwatch уже не получится. Его не будет финального, с хрена ли бы не топал. Там сектоид будет. Сейвимся, пропускаем. Угу, слышу. Так, все, перекрываем дверь. Там два таких закоцанных, три таких закоцанных, что охренеть можно. Не было. Прикольно. Не, у меня первый раз было. Там был сектоид такой, который захватил нахрен сразу же моего штурмовика и пошел и сбил меня. Так, сейвимся, поехали. Так, нет, это не то. Кого видим? Лол, никого не видим. Чё за хрень? Так. Знаете, как хорошо смотрится, а? Прямо фоточку можно делать. Давайте сделаем действительно фотографии. Да блин, да. Поближе-то никак, да? Никак. Дебильная фотография получится. Ладно, давайте вот так вот. Где принтскрин? Где принтскрин? Принтскрин. Отлично. Overwatch. Так, сюда. Сюда. Overwatch. Блин, снайперов сделали какими-то убогими, честное слово. То есть они либо стреляют, либо ходят. Другого просто не дано. Давайте релод сделаем. Вот-вот, именно что. Так, все.
Дальше идет у нас Сидни, он будет двери открывать. Теперь надо кого-нибудь типа вот тебя вот сюда. Все, сейчас полный. Окупай. Окупай, дверифиляй. Так. Перезарядку. Ждем и ожидаем. Кстати, у кого у нас там станнер-то? Станнер-то. Вот, у Пафнутия. Станнер-то у Пафнутия. Так, следующий. Да чтоб тебя! Отлично. Затупил сейчас. Так, ты сидишь на Овервотче. Ты тоже сидишь на Овервотче. Сидни нет. Сидни, ты будешь открывать дверь. Ты сидишь на Овервотче. Все сидят на Овервотче, а Сидни дверь открывает. Та-дам! И никого-то там нету, да? Отлично. Так, это еще не конец. Вот охренеть можно. С ума нахрен сойти. Сидни, Overwatch. We can't get a read on that thing. Its movements are so inconsistent. Ох, не шутя. Ребята, это кибердиск. Знакомьтесь. Реально, ребята, знакомьтесь, это кибердиск. И этот кибердиск нам сейчас наши жопы на блюде принесет. С ума сойти. И еще и промахнулся. Ох, Сидни, ох ты подвел. Давай, не промахнись. Хорошо. Всандалил так всандалил. Так, сохраняемся. Вот она, красавица, она всем очень нравится. Конечно. Руки нам в академии еще не выпрямляли. Прицелов нам не давали. Отговорки правильно придумывать не учили. Вот так вот надо, сразу. Опачки. А, он как паук, походу. Классненький. Еще и взрывается. Да, кстати, не взрывались. Сейвим. Так, ну ладно, одного вальнули просто на Overwatch, скажем так. Второй оттопырился сам. Ну как сам? Ну мы ему, конечно, помогли. Но тем не менее. Так, здесь посидим. Сидни. Сидни. Так. Вот идеальное место для снайпера. Вот лучше не придумаешь. И, кстати, это last round. То есть вот сейчас будет последнее, это самое. Так. Нам нужно отправить нашего станнера вперед, вот сюда. Сейвим. Так, Сидни идет наверх. На всякий пожарный он будет защищать наших от пси-контроля. Так, саппорт идет за ним. Ой, зря. Саппорт, вернись. Все остальные наверх, этот будет сидеть внизу, короче. Так, все норм.
Стрим не упал? Нет, не упал. Все нормально. Ребят, не забываем лайкать, не забываем оставлять комментарии, не забываем подписываться на Twitch. Такие вот дела. Нам нужно много лайков на СК2 ТВ, чтобы пробиться на топ. Да, кстати, ребята, карты рандомные. То, что в тот раз здесь была совсем другая. Ой, иди в печь уже. Да, он абсолютно другой. Отлично. Так. Сейчас мы по тебе майндфлайнем немножечко на пятерочку так. Опа. Хорошо. Или зря. Надо бы потом еще из пистолета его обработать чуть-чуть так. Лейзер райфл, пистол обычный. Да, все нормально. Так, этим бежим вот сюда. Так, штурмач наш внизу сидит. Ход кончился его, да? Да, ход кончился. Так. Сейвим. Все, этих ближе не подводим. Пропускаем ход. Только не захватывай никого, окей? Захватил. Хе-хе-хе-хе-хе, обломился. Заметьте, хотел Сиду за то самое захапать. О, блин. Вот это так-то печаль. Потому что до него бежать и бежать еще. С этой стороны обойти, да, с этой стороны обойти. Все, сейвы больше мы не делаем. Так, ты, дружище, у нас подходишь вот сюда вот. Берешь пистолет, отстреливаешь ему ногу. Абсолютно жестоко. Ну, как сказать. Не так, чтобы очень, но уже получше. Здесь лазерный пистолет. Можно было бы так-то попробовать, конечно, и с лазерного ствола забубоцать его. Давайте. Mind control у него все. 2-3 хода не должно быть. Иди ты в печь. Как? Нормально. Не захватил, да? Не захватил? Нет, не захватил. На панику вселил. Нормально. Нормально. Так. Последняя проба. Последняя. А, черт. Все, подбегаем сюда. Нет, не подбегаем сюда. Бежим сюда. Надо было все-таки оббегать. Так, Сидни. Пси-паника. На тебе! Чтоб неповадно было. Да ладно, лов, кого-то попал, что ли? А ты, зараза. Да, всегда на двушку. Офигеть. Все, нормал. Можно вполне себе спокойно оббегать. И высекать ему все, что можно. Так, вот здесь вот уже можно сохраниться, по идее это. Главное, не убивай. Нормал, все, как раз, ровно до троечки свели. Так, этот парень все еще в панике, по идее, должен быть. Да. И... Бдзинь. Да. Отлично. И никого не потеряли.
Roger that, Voodoo 3-1. See you inside. Central out. Something wrong, Doctor? Don't you think a victory celebration is a bit premature at this juncture? Ой, бла-бла-бла-бла. We just neutralized their central command. We've got no other alerts on the entire system. And we took out their leader. In my book, that's a win, Doctor. Все, господа, похлопаем друг друга. Мы сделали это. That I'm not the only one who understands this war isn't over yet. The existence of this artifact, which we believe to be a communication device of some kind, begs the question. If the sectoid commander was the alien leader, then who or what was it communicating with? I believe this is indeed the same creature we encountered when we made first contact with the aliens. As we have observed, it is somehow capable of using its mind as a weapon. If we were to study this specimen's brain tissue, perhaps we might be able to adapt this ability for our own purposes. Здесь я. Так, чё тут у нас? 4 дня, 2 дня. Нормально. Так, здесь мы Rapid Reaction. Здесь мы вот эту вот штуку. Так, что у нас там вообще происходит? От стопе. Продолжаем. Capturing the alien subjects alive allows for a much wider range of experimentation versus the expired specimens. А теперь мы дружненько. Так, сначала продадим все, что лича. 300 баксов, 2 UFO компьютер. Блин! Так, ладно, хоть энергии пока хватает. Так, тогда пока строим лифт. Сектоид корпус. Нету! Извините. Not researched.
нормально. Вообще отлично. Баблища нарубили, просто вах. 500, 600 почти. Build more uplinks. Так. Build by items. Спутники. Создадим еще. We should build additional uplinks as soon as possible to allow for new satellite deployments. Личненько. Так, research. Such an advanced species could show so little empathy for the lives of other sentient beings. It goes against everything we have ever imagined. The technology is there, but. Сектоид, командир. Сектоид, командир. Забилим сектоид командира. Маленькая няшная бугагашечка. 5 дней у нас есть на сектоид командира. Сейвимся и поехали. Давайте посмотрим, что у нас тут дало. Psionic Labs available for construction. Psionic Research Credit Earned. Отлично. Skeleton Suit. Titan Armor. 15 дней. Фигово. Так, а вот this is an extremely dangerous species, Commander. Although not physically intimidating. Бла-бла-бла. Сейвимся. Ах, ну да, точно. Сто десять Alien Alloys, побрейтесь. Facilities. Так. Excavate. Отлично, целый этаж, по сути, так просто дается. Так. Laser cannon. Так, research 2 дня. Покажите. Так, тут капитана дадут. Здесь 4 инжа, здесь 200 баксов. Полетели-ка за 200. А, да, кстати. Нужно же. Так, вот Евген. Ах, ну да, совсем забыл. Так, build by items. Heavy laser, manufacture. Very difficult. А, ну да, или нет. Дора-дора, помидоры, 1 день, зараза. Вот так вот. Все чудненько. Launch mission. 3 утра. В темноте будем махаться. Picked up a local broadcast indicating alien activity. Так, время 7:30 вечера. Охренеть так-то. Сурово. Так,
Сейвимся, не забываем. Левый нижний угол. А, правый. Лол. А, понятно. И в чатике все замолчали. Ребята, чатик, проснись. Ох, ни хрена. Мутонусы. Ру-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту, пипец. Тед, кранты так-то. Так, давай-ка сюда. Промахнулся мальца. Короче, зря я это сделал. Мутону это неинтересно. Опа, подавление. Ранили ведь, засранцы. Дети сейчас этого вольнут. О, вот это бобры так-то. Бладкол. Ну давай. Тунь. И давайте-ка Shredder Rocket там по ним вольнем. Вот сюда вот. Чтобы убрать их из-за укрытия. Отлично. Так, запилить сюда. Ну, как сказать. Парень-то уж больно толстый оказался. Так, минус один. Этого, я думаю, добить мы сможем. Или нет? Ой, лол. Ой, лол, вот это я зря. Или нет? Нет, нормально. Замутил лейзер кэнон. Надо бы. Ладно, не умрет хотя бы. Пипец. Будем лечить парней и девочек. Так, тебя приоритетней. Сидни, пошел. Ох, сейчас как ему прилетит-то. Опа-ча. Лол, вот как он выжил? Объясните мне, идиоту, как он это сделал. Все миснули ведь, а?
Вот туда сейчас из ракетницы-то жахнут. Вот двоих-то сейчас забреет, если из ракет-лаунчера-то бухнуть туда. Вот так вот, давай. Ну ладно, хотя бы одного. Миснул так знатненько на самом-то деле, ну ладно, уже неплохо. Хорошо. Сидни по хелфу, похоже, кабан. Наверное. Вижу. Не убил. За укрытием стервозина. 60. Не попал. Еще разочек. Вольнет, не вольнет. Ну, почти. Так и не застанил. Застанил! Бился, бился, да добился. Все у нас получилось. Опача, вот это хрень. Сейчас кто-то у нас умрет. Хе, ушел. Все-таки попал ведь, а? Припомню. Ой, я тебе припомню. В голову тебе из пистолета. Дабл тап. О, лол. Мувпоинт. Нет, а самый не отобрался. Или нет, отобрался. Отобрался. Жаль, не было на мучениях его. Ну да, наверное. Там, скорее, на моих мучениях. Его там мучения длились недолго, там дня три буквально. Пришли. Ты у нас сюда идешь. Reload! Так, парни отказываются выходить. Бежим сюда, хиляем на последнюю аптечку. Норм, почти. Так, а Сидни у нас, пожалуй, пойдет куда-нибудь типа вот сюда вот, да? О, да ладно, обошли с фланга. Чё? Как? Там-то откуда? А, ну там улица, в принципе, логично откуда. Гранаты-то есть у кого? Есть. Давай-ка мы сейчас эту гранатку метнем. А, прямо вот. Да, да, хватит дергаться, блин. Вот сюда вот. Попшикал дезодорантом и все. Ну да. Понятно. Кстати, заметьте, стену так и не сломали. Сзади, наверное, нет, сзади не обойдут никак. Интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Сидим, ждем. Когда же и кто же там выйдет? Так, у нас есть ракет-лаунчер, и нам нужно бы сломать стеночку. Так то. Над... Shot is blocked. В кого-то попал. Реально, а чё за хрень-то там происходит? Объясни мне кто-нибудь.
12. Так. Мейер. Сейчас покажу, как пишется. Сид, Ме и Р, а не Ма и Р. Вот так вот он пишется, вот так вот. Надо знать, блин, великих деятелей, как пишутся. Сидни? Сидни, давай. Ну ладно, хотя бы так. Вот действительно, what the hell was that? За ящиком, что ли, нычится? Лол. С ума нахрен сойти. Жесть вообще. Господин Пафнутий. Доп. Ракета, либо... Ладно, доп. Ракету. 4 дня, 3 дня, 7 дней. Флоттеры, Синмены. Нормал. Я их возненавижу скоро с этим. Remember, we will be watching. Commander, we've suffered a number of casualties. Кто это, командир? We need to start hiring additional soldiers through the barracks. Дун-дун-дун-дун. Сателлайт, 3 штуки. Пока нельзя. Все, я дослужился до пенсии. Ха-ха-ха-ха. А хрен тебя кто отпустит? Ну-ка покажись. Ничего нового не дало. Так. Extensive study in the alien gravity wave drive. Plasma rifle. Давайте hyperwave. Этот самый. Я где служишь? Здесь служит! Штурмовиком. Щепет сек. Да, нормал, вроде идет. Ребят, не забываем жмакать вот сюда вот. Сюда вот не забываем жмакать. Я вам даже стрелочку большую написал. Сюда. Вот. Будет большая, большая спасибо вам. Покажите мне, что это. Hyperwave Relay. Ла-ла-ла-ла-ла. Будем, короче, их перехватывать сигналы. Плазма райфл. Так. Council report. Туньк. Ой, I like it. Very awesome. Ну вот с этими вашими would be in touch, командор, идите в печь, реально. Так, надо над Бразилией спутник накинуть. Иначе Бразилии придет полный крантец. Инженеры, 48 штук, круто. $800 баблищ, норм. Сиони Клабс. Так, построим. Здесь у нас и это построим. А это у нас чам?
Satellite Nexus. Ладно, Иллириум генератор построим. Баблища и так много. Точнее, баблища уже нет. Ладно, покатит. Наконец-то. Так, над Бразилькой. Уп, давай. И над Францией. Пошел. Отлично, ребят. F12. Сохраняться на кнопку F12. Покажите мне. Так, in addition to manufacturing our own light plasma rifles, our soldiers should now be able to use any that they recover from the battles. Yeah! Awesome. У нас их штуки три, короче, по-моему, валяется, да? Ща посмотрим, ща посмотрим. Тот зараза. Assault. Дора-дора, помидоры. Damage 5, critical 7. Тут у нас damage 5, critical 7. Тут у нас damage 6, critical 9. А здесь точность лучше. Так, heavy assault, heavy support. Тебе сейчас посмотрим, что выдадим. Так, тут 5-7. Тут тоже 5-7. Low damage variant of the plasma rifle. Плюс 10 точности возьмем. Еще один assault. Нет, парень, извини, тебе ничего не достанется. Над России нет. В России все спокойно. Потому над Россией и нет. Research. Плазма канон. Так, это для этих, для самолетов. Так, плазма райфл, плазма пистол, плазма райфл. Так, то у нас лайт плазма райфл, да? Давай сначала изучим вот эту вот штуку. Да, это шляпа. Нафиг, хочу дору-дору. Вообще, по идее, сейчас время вот это должно не прибавлять и уменьшаться, потому что мы летим как бы в обратную сторону. То есть время тоже по отношению к нам считается. Понятно, там и так страшно ходить. Это, знаете, короче, прилетели в Россию инопланетяне захватывать, короче, да, мир. Ну, их встретили, позабирали, короче, все плазмоганы. То позабирали, все позабирали. Плюнули в лицо, избили ногами. И сели рядом с их хладными трупами дальше пиво пить. Нормально. Так. Да, и продали на черном рынке. Да ладно, на черном рынке, в ближайшей мясной лавке такие. Лапки пришельца, лапки пришельца. Покупай, не скупись. Ну и... Дора, беги, Дора.
Dims. Так, тут Overwatch. Так, тут и так полное укрытие. Иначе не отстанем. Их самих на завод. Ага. Дулин, Дулин, что с тобой? Почему ты серый? Почему ты серый с маленькими лапками? Птицы разлетелись. Сидни. Сидни пошел. Шаурма из пришельца, действительно. Чё-то я про шаурму-то и не подумал даже. А, нифига себе. Все, кибердиски пошли, ребятки. Пиндеко началось. Интересно, а кибердиск живьем можно взять? Ну, как сказать живьем-то? Ну, как сказать взять-то? Так. Все, да. Ща как сандалит на семерку-то, нифига. Великолепно нахрен. Какой он клевый, ребят, вы только посмотрите, а. Так, блин, здесь без Сидни никак. Ну-ка, Сидни, давай-ка, зажги, как ты умеешь. Эх, чуть не хватает дальности. Вот так вот. Бдзинь. Ладно, большого забили, остальное так. Ха, и мелкие сдохли. Так, ты лечи сам себя давай. Нет, действительно, кроме шуток, а можно ли забрить сайбер-диск в плане захватить живьем? Не взрывая. Если кто-нибудь знает, будьте добры, скажите, пожалуйста. Потому что инфа-то как бы нужная. Тарелоньки. Так, Дора Дудора, давай. Так, нет, хрен там. О, Прентон! По-моему, утром, да, это означает или нет? Или я что-то путаю? У меня с французским вообще плохие дела, на самом деле. Вроде как и учу. Тексты-то переводить на французский фигня полная, на самом деле. Просто взял и перевел. А вот... сказать что-то вразумительное на нем — это жесть. Опача, вот это я зря. Какие жирные парни пытаются нас зафланговать, да? Стервингтоны. Так, давай-ка вот сюда. У тебя пушка горит. Бдзз. Ладно, хоть не умер. Спасибо, что живой. А, вот теперь умер. Повезло. Это было круто. Бах!
Хорошо. Но крит так и не сработал. Че у нас там, че у нас там, че у нас там? Стрим-то идет, да, лайф, все норм. Сейчас, секунду, я выступарну здесь. I'll stop it, stop it, stop it, stop it. Ребят, давайте попробуем на английском немножко повести. Let's try to stream in a different language. English, for example. Sydney. Kill this goddamn thing. Pew! Where the hell are ya? Here are ya. Need to heal wounds. Need a healing! Healing machine! Run gun. Get over here. We'll flank him. Woo-doo-doo. Badoom! One more. Yeah. The alien shawarma. Так. Окей, that's it. Saving, no problem, saving, in saving, on saving. Mm-hmm. Here is the door. We need to penetrate it through it. No run and gun. Two moves cooldown. Whoop. Whoop. Oh, Yeti. Sounds like Yippee. And yay! I can. What the? No, 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 no. Nah. Сумасшедшие люди. Crazy bastards. Get over here and try to stun it. Stun. Didn't work. Doesn't work. Badoom. It was almost awesome. It appeared from nowhere. Dora, Dora, Pomidora. Okay. Okay. The awesomest door ever. Through the doors, we have our walls. Open. And open. You know, like a claptrap from Borderlands. Another one door. Another one. Dead body would be.
always thought that the Charybdis is manually controlled platform. But looks like there is no life forms, only cyber disks and drones. Я что-то сказал, что cyber диски это как бы типа танк такой управляемый, короче. Но походу нет. Походу разрабы посчитали, что это тоже пришельцы. Saving. What's making that noise? I can hear it. Move here. Run. No one. And badoom! Yay! The hell? Чё за... Какая ты классная пижня! Господи, мутон-лидер! Я хочу его! Сейвимся. 8 дамага. Стан. 1%, лол. Ну давайте пробуем. 1% stun chance. Бдюнь, stun failed. I want him. Так, где у нас что, больше нет, что ли, никого? Лол. Бдыньк. А-а-а, лол. Да, реально, больше никого нет. Прорвались нахрен. Взрывать-то нельзя ведь, а? Окей. Си паник! 100%. 100%. Опа! Ду-ду-ду-ду-ду-ду. He's crying. Run and gun. Интересно, его убью или нет? Rapid fire. We don't have... What? Черт побери. Бум! It's not a shotgun. I need a shotgun. Okay, let's try. And... Nothing. Damn it. Damn it. Totally. Literally. Так, ну-ка, если вот так вот. Это зацепит ведь. Ну уж тут-то точно не промахнешься. Норм. Much better, better, much better. Running up here. And... 71... 75. This will be dead. But... 43%. Awesome.
This guy is panicked. I'm all right. Nice. So freaking tough, boy. How much? 8%. Только не убей, прошу тебя, только не убей. Do not kill him, do not kill him. Please. Yeah! And we'll take him alive. What? Awesome. And Sentry. Ah, damn. Target is not disabled. Badoom. He's not dead. Closer. 80%. Badoom. How the. What the hell, как говорится. Ладно, пробнем. Ой, только не промахнись. Норм. Еще разочек. Арррр. Здоровый такой. Страшный. Let's do this. Leroy Jenkins. The hell are you not shooting it? Whoop. Прям везет, ребят, знаете. So freaky lucky I am. Save. And whoop. Yeah. This guy is dead. The target still up. Пью. Да охренеть можно, блин. Я сейчас пол тарелки разнесу, я его не убью. Наконец-то. Все. Нет? Че, правда? Не верю. С ума сойти. Следующий. Так, а, мы же еще вот здесь не были, точнец. У нас же там еще будет наш кристальный друг, который нам, в принципе, угрозы уже не представляет, но кто знает. Don't forget to reload. And you reload too. Dash over here. Sydney would try to flank. Saving. Taking a turn. Whoa! Опупенно. Чуваки, это сектоиды лидеры? Sectoid leaders. They're flanking us. Открываем и нахрен рифтом выжигаем. Прям вот как-нибудь вот.
Да лол, да ладно. Неужто не возьмет? Вот так вот. Warning friendly fire. Like this. Бдзз. Ха! Сидни сам себя закоцал. Лол. And this guy will be killed. Negative. Weapons dry. Ой, ребят, сейчас будет очень весело на самом деле. В том плане, что я сейчас забегаю в рифт прямо. И умираю, походу, да? Да. Лови и загоняй их. Одного-то поймать можно. А что со всеми остальными делать? Чем самое интересное, заметьте, по силу ты четверочку садилась, а вот по всем остальным там усандалило, так усандалило. Так, окей. Один сейчас оттопорщится. Наконец скачалось обновление русской версии Border 2. Эй! Поздравляю вас! Mind control failed. Loser. Так, теперь самое интересное. Как бы так по нему шмальнуть, чтоб не убить? Туньк. 5 есть. Теперь берем ствол кого-нибудь. Ствол у кого-нибудь есть вообще? Нет. Ладно, сейвимся. А, ну да, ствол у снайпера. Круто. Почему стан не работает? Лол. Все, количество юзов деплитед. Восемь дней. Not bad. Фига. Полный иммунитет к critical hit'ам или run and gun дает 50% больше крит дэмэджа. Давайте-ка вот так вот возьмем. Run and gun, конечно, хорошо. Berserker. I know it can't be an easy task trying to bring them in alive. You can trust that the research team will make... Два дня. Вообще без проблем. Only 2 days. Какое нахрененное, ребят. Вы посмотрите. Покажите, что мы получили. Ей, I'm a technology. Один день. Titan Armor. 6 дней. Yeah. Супер вообще. Титан. Броня Титан. Дня до сателлайта. Another one satellite uplink. Satellite Nexus. 8 power. Damn. Situation room. Sectoid leaders. Thin man. Mutant cops. John Wreck.
Окей, let it be so. Так, ребят, знаете что? Не забываем жмакать вот сюда вот follow. Don't forget to follow and subscribe and thumbs up, etc. Так, в общем, ребят, не забываем сюда вот фолловить обязательно, а на СК2 жмакать в плюсики вот сюда вот. Ну, на Гохе, там, на остальных ресурсах, если кто-нибудь сидит, смотрит, тоже как бы было бы желательно. Вот, в общем, юмор в чем? У нас тут есть Twitter, чтобы знать, когда трансляция пошла. У нас есть YouTube, куда выкладываются ролики, собственно. То есть можем посмотреть, вот плейлисты, вот у нас XCOM, Enemy Unknown, пошло с самого начала все прохождение. Остатки тоже выложу. Так, ну как бы вот, чтобы перейти на Twitch, можно жмакнуть вот сюда вот и жмакнуть follow. Вот такие вот делища. Ну, также есть группа ВКонтакте, кому интересно. Как бы, о, 49 человек, прикольненько. Здесь, в общем-то, сюда будут добавляться ссылочки на YouTube. Впоследствии уже, сейчас пока времени что-то найти не могу на это дело. Все сижу, играю, видите. Но если хотите отблагодарить стрим, то вот как бы такие вот дела. Если есть какие-то комменты, пожелания к улучшениям и все такое, вот, пожалуйста, вниз в комменты. Ну или на Твиче там где-нибудь. А, на Твиче нет комментов. Но. Ну вот. Ну вот, ребятки, наверное, на этом закончим сейчас. Вот, ладно, всем большое-большое спасибо, что были, что смотрели. Как бы стрим шел более чем до хрена, и я уже хочу покушать. Вот, ладно, ребятки, я еще вернусь. Первый свет.